Добро пожаловать в Dark Watch. Что сразу сходу у нас тут начинается веселуха. Твою мать, твою мать. Ладно, ладно. По-моему, пора брать ракетницу. Так, ясно. Ясно. Минус одна. Ох ты мать твою, ох ты мать твою. Ладно, вроде бы живем. Как же я вас ненавижу-то, а? Давай, иди сюда, тварь. Там опять появился. Слишком далеко находится, мне бы что-нибудь. Давай. Так и башку три выстрела надо. Блин, лава. Да сволочь, а. Так, у нас вон там где-то валялось оружие. Что, я могу сходить еще за ракетами? Да, слушай, я уже не допрыгнул туда, да? Плохо. Все хреново. Патрон ни хера нету вообще, блин. Тварь, а. Где эта скотина? Блин, я хотел взять винтовку. Но, походу, дело это бесполезно, да? Да, блин. О! Вот это, кстати. Паскуда. Да мать твою. Все очень и очень плохо. Нам вон туда, да?
Идем за пистолетом. Слушай, блин. Ну, блин. Я думал, может, оттуда как-нибудь. Еще здесь двое. Я там не вижу, где он там. Скотина, блин, а. Так, это у нас один. Что, а где второй-то? А, вот он где. Че, хер его видно, блин. Так, на лаву, понимаю, лучше не прыгать, да? Давай, давай, давай. Вот куда здесь? Опять этот паскуда летает. Опять летает эта паскуда. Давай. Ах ты, вот ты где стоишь. А этот сдох, что ли? Так, я смогу туда запрыгнуть? Тихо. Запрыгни ты, твою мать. Так. Больше нигде у нас нету оружия. Ах ты скотина. Нахер пошел. О. Так, ладно.
Он здесь застрял. Давай, давай, давай. Да я тут застрял, япона мать. Нахер пошел, нахер, нахер, нахер смоталась отсюда. Так, ладно. Главное без паники. Да блин. Там что-то валяется, кстати. Иди спи, блин. Так, ну допустим. Хорошо, что они по одному бегут. Он застрял. А где-то еще. Мне нужно куда-то заныкаться. Тихо. Что там жертва есть, в принципе. И у меня кончились патроны. Как, у меня только ракетница осталась.
И то 5 штук. Ну. Тихо. Тут у нас что? Да мать твоя. У нас вот здесь, да? Да блин, что ты соскальзываешь-то? Можно вот так вот? Нет, там вроде как ничего такого нету. О, вон там есть оружие. Запрыгни, твою мать. Я даже не понял, где они. Ага, вот оно. Тихо, здесь застрял. Давай, твою мать. Давай. There's something evil on the other side of that portal. What is this place? The end of one world and the beginning of another. Lazarus had this dream. It was here that he became immortal, and it is here that he was going to remake the world. All that remains is to complete the ceremony. It was meant to be like this. No, he's not like you. He hasn't come this far to throw everything away. Time to play. Time to die. Кажется, замечательно. Чё? Тут какие-то... Чё, это какие-то девки? Тихо. I would have killed you anyway. This just makes it easier. Здесь дробовик у нас. Всем изучаем ситуацию. You're just full of surprises, Jericho. Ну заткнись ты. А тут у нас что? О, обычная винтовка. Ну что ты, голая девица. Пока что ты не кажешься такой уж
сложный, в отличие от Лазаруса. Так, извините, мне надо пройти. Choice cross, as usual. I would have killed you anyway. This just makes it easier. You're gonna do something or just stand there and wait? It's all going according to plan, Jericho. Двойные пистолеты, блин. You're just full of surprises, Jericho. Come ahead if you dare. Здесь какая-то хрень валяется одна. Парные пистолеты. Стовка, блин, мне нужна. Мне избавитель нужен, а он у нас вон там. Giddy up, cowboy. I would have killed you anyway. This just makes it easier. Killed you anyway. This just makes it easier. Да паскуда какая. Too easy. Lay down and die. Lucky shot.
Да скотина. Мне нужна винтовка. Now there's only one thing remaining. I expected more of you. I would have killed you anyway. This just makes it easier. Да на что тут уперся, твою мать? Я хренею просто, блин. Lay down and die. I expected more of you. Мне нужно срочно что-то из оружия. Now there's only one thing remaining. Kind of a small gun. Jericho. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Паскуда, паскуда, паскуда. You could have ruled the world by my side.
the best you can do? Ох, мне нужны патроны. Мне нужны, мать его, патроны. Да твою мать! Скотина. Тихо. Да дрянь, срань, а какая? Какая же срань творится, а? Да иди ты в баню. Не то, что мне нужно. Охренеть, твою мать, просто твою мать. You could have ruled the world by my side. That's the best you can do? Паскуда, просто паскуда. Да опять этот долбанный дробовик. You're just full of surprises, Jericho. Хорошо. Главное без паники. Да почему ты не взялся? Да бесит эта самоотдача, херота, блин. Best you can do? Бесстыжая женщина, блин. Да твою мать, я застрял в какой-то херне. Просто в какой-то херне застрял. Отлично. You could have ruled the world by my side. Бедные, блин, женщины. Damn your engine.
жопу себе запихает, ух, хреноту, блин, уже задолбало. Сраная паскуда. Да долбаная хренота, зачем это было делать, спрашивается? Lay down and die. You are half the man that Lazarus was. Where the hell are you going? Да как она снимает-то по-любому, не понимаю. Дерьмо-то, блин. They're dead. Oh.
Too late, Jericho. They're dead. All of them. Давай, давай, твою мать. Вот так, в общем, заканчивается у нас игра Dark Watch. В общем, наш Джерика благополучно расправился. Но это, конечно, был последний бой довольно муторный. Даже не знаю, что сказать. Этот бой меня очень сильно вымотал. Сейчас я уставший, поэтому, наверное, не смогу ничего толком... толком объяснить свои эмоции, потому что, блин, во-первых, сейчас уже 2 часа ночи, блин. И, в общем, нервов я спустил на этот бой довольно много. Вся проблема, на самом деле, там была это вот в этой ее атаке такой, которая таким красным полем распространялась. А так, в целом, босс, в общем-то, был несложным. Вот, в общем-то, по поводу всей игрушки, можно сказать, что она довольно-таки интересная. Мне понравилась, у нее хорошая динамика, у нее хорошая такая атмосфера интересная. Вот. И, в общем-то, в определенных моментах она довольно-таки неплохо мне доставила удовольствие. Вот. Прошло бы я еще раз ее, не знаю. Есть некоторые моменты, которые здесь реально просто выбешивали. Возможно, это потому, что я проходил на максималках, поэтому там стояло предупреждение, что, мол, погибать будете много. Ну, в общем, я хочу еще посмотреть, что у нас там получается по этим. Вон, такое. Господи. По всяким там дополнениям и тому подобное. Ну, я имею в виду не дополнения, а эти, как они, всякие бонусы, вот. Лишь положен какой-нибудь бонус за то, что я, блин, прошел на максимальных. Или просто прошел хотя бы. Ну, в общем, кому интересно, в общем, может дождаться конца титров. Кому не интересно, тогда, в общем-то, я прощаюсь с вами до новых прохождений.
Итак, что тут у нас по дополнению вообще? Что у нас здесь? Повтор глав, чтобы открыть дополнительное. Это в смысле? Типа перепройти, что ли? Не совсем понимаю, что значит повтор глав, чтобы открыть дополнительное. А это у нас что? Это у нас как придумывался персонаж по ходу дела. Вообще очень интересная концепция пошла со второй Соники. Я не знаю, правда, было ли это на первой Соники, но вот в качестве таких бонусных наград за прохождение вставлять в игру именно концепты. Как разрабатывалось. Мне кажется, здесь что-то еще должно быть. Выбрать. Ой, блин, я не это хотел. Так, ну это, как я понимаю, у нас перечень всех сцен между этими, между уровнями. Статистика. Подожди. Что значит опытный стрелок? Вот это что-то не совсем понимаю. О, а это вот то, что моя статистика, да, получается. В общем, я сдох 455 раз. Замечательно. А по силам у меня получается 4 разблокированы. Я думаю, что, наверное, можно было, если бы я собирал бы всех, то можно было, наверное, 5 открыть сил. Так, ну и, в общем-то, у меня любимое оружие было избавитель. Точность 40%, а всего я убил 1277. Он же такой кровожадный Джерика. В общем, здесь более ничего такого нету. Как я понимаю. В общем-то, на этом я думаю, что мы прощаемся с игрой. С игрой Dark Watch. И уже будем приступать к чему-нибудь новому. Я пока не знаю, что это будет. Ну, в общем. Увидимся. В последующих прохождениях.